Эдуард Геннадьевич – обыкновенный дворник. Он, так сказать, жаворонок, потому что просыпается раньше всех в 5 утра и отправляется как настоящий герой, только вооруженный не пистолетом, а метлой, спасать улицы нашего города от грязи. Чистота, говорит он, – залог здоровья. Я думаю, каждый должен придерживаться чистоты. Наш город, честно говоря, вроде чистый. Лично мое мнение, я бы не сказал, что здесь грязно. У всех, наверное, уже от зубов отскакивает девиз «клин» звучит. Только вот чем? Я, например, слышу только шуршание фантиков в траве да звон бутылок. Лето закончилось, а воспоминания остались. Кто-то ходил на шашлыки, кто-то просто гулял с друзьями, а кто-то даже не знаю, что делал. И все они в оправдании говорят, что, мол, мусорок рядом нет. Мусора полно. Здесь и заглянуть куда-нибудь. Бывало, может быть, у вас такое, что ну некуда выкинуть. Может быть, сами выкидывали. В карман. Загаженные дворы. Так и на глазах не бросает, но с ребенком гуляешь или еще что-то, ну, под ногами такая грязь. Даже человек выходит из дома, из подъезда, ну, дойти до мусорного бака для общей свалки, ну, недалеко, так он берет и выбрасывает прямо вот в урну рядом с подъездом. Ну, спрашивает, что такое. Я думаю, это просто уровень культуры. Ну, раз так, тогда предлагаю следующее. Давайте делать все по старинке, как в 15-17 веках. Выкидывать мусор прямо из окна на головы прохожих. Правда, запах потом будет более чем ароматный, но зато как хорошо, ходить никуда не надо. А тем временем в Гонконге собрали команду активистов, которые нашли креативный способ публично высмеивать некультурных людей. Участники собирают на улицах города мусор и по отпечаткам ДНК восстанавливают портрет человека, который его выкинул. Ну а на следующий день мусорщик становится суперзвездой. Плакаты с бесстыжим лицом развешаны по всему городу, в метро, в магазинах и даже на остановках. Доска позора своего рода, да? Ну, я не видела у нас такого на наших улицах. Здесь очень такой момент, этический момент, очень тонкий. Если мы сделаем такую доску позора, ну, я опять-таки говорю, это личность, это, я считаю, унижение прав человека. Да, у нас есть доска почета, и мы с гордостью смотрим на этих людей. И мне кажется, если мы больше будем говорить, именно говорить о людях, кто помогает природе, кто является примером в жизни, сохраняя природу, я думаю, люди лучше на это отзовутся, чем мы будем их клеймить и вот вывешивать фотографии. Ну а пока все думают, как же нам навести порядок, будем довольствоваться малым. Конечно, не всех хулиганов накажем, но они это точно надолго запомнят.